Друзья, всем привет! Через несколько минут приедет поезд, на котором я отправляюсь на чемпионат Ульяновской области. Ехать мне практически сутки и без перерывов, без больших. Я сейчас еду до Пинюга, пересаживаюсь на другой поезд. С поезда вылезаю, пересаживаюсь в машину. Сразу же меня привозят на место сбора. Перелезаю в микроавтобус и сразу же отправляемся дальше. Мне до Кирова на поезде 300 км. Дальше до Ульяновска 600 где-то, плюс-минус. Короче говоря, чуть не 1000 километров получается пути безостановочного. Ну, с небольшими перерывчиками на улице, естественно. Но это, конечно, жестко. Завтра я там рыбачу, соревнуюсь и в таком же духе обратно. Испытание. Не только рыболовное, но и вот это. Перенеси дорогу, отрубачить и приехать обратно еще. И желательно с медалями. Погнали. Димитровград. Ну, стоп, фоткайте, стоп. Стоп? Скоро подъедем. Километров, не знаю. 10, наверное, осталось. Сергей. Меньше. Тогда Серега, блядь, навалился. Подкручиваешь. Потом мне понравилось, что из металла все. Так, друзья, начинаю тихонечко светать. Хотя с 8 часов должен был быть уже старт, но еще, блин, даже жеребьевка не закончена. Да и темно еще. Стартовать только время не советую. Объясняюсь. Чемпионат Ульяновской области. С Кировской области приехало у нас 3 команды. Команда с Настей Киров, это моя команда. Я, Гриша Фурлет. Антоха Бакин, команда Вятка и команда Лепсия, по-моему, называется одна. Все готовы уже, зарегистрировались, приехали чуть-чуть так вот заранее. Все удобно, очень много команд, гостей других тоже регионов. Здесь Самара, Татарстан, Удмуртия, татар очень много. Ну и местные, я знаю, еще вроде как Пенза или кто-то еще должен был приехать. Вот водоем. Озеро Золотое, по-моему, так, там что-то уже приготовлен, какой-то стол. Ну, тут обычно делают там уха, пельмени, вся фигня между турами, так что посмотрим, как тут бот. Если бот, возможность кому-нибудь дам поснимать, если нет, не знаю, может, что-нибудь придумаю. В турах снимать самому нет возможности. Водоем рыбный, рыбы много говорят, но не особо крупная. Но об этом еще пока рано. Настроение, Саша? Давай, пользуясь случаем, хочу передать привет Вовану Симушину. Пользуюсь, как обещал. Хочу. Вован, здорово. Будем побеждать, пробовать. Красавчик. Вот моя команда. Делим мотыль. Команда молодости нашей. Всегда хороший. Да хватит, что, блин. Не, две, да? Да, обе. Лежи там просто, чтобы вошло и все. Плотненько, сбивай. И что, он вот в один отсек на колено возьму маленько. Кормить-то. Вот, друзья, сам водоем. Я не знаю, даже зоны разбиты или нет. Пока я не мере, сейчас ничего не видно. Ну так, довольно немало места, с поворотом туда уходит, не знаю, туда сколько за поворот сидят, походу, любители. По рыбе окуньерж должен быть основная рыба. Белой рыбы не так много. И уловы, как я понимаю, у лидеров в некоторых зонах будут просто вот по сравнению с нашими колоссальными. У нас таких в наших краях не было. Ну, короче, если 5 килограмм, будет вес. А ничего удивительного, как я понял.
ребят, все готовы? Инстаграм. Дайте шуму. Я один тот. Приветствую, рад видеть на нашей венской земле, да, в городе Петроград, очень золотое. Всем желаю, на самом деле, чтобы оно для вас стало золотое по-настоящему. Так не получится. Но самое главное, как бы, я думаю, половим как бы, много рыбы и вот, удовольствие все получат. Смотрите, по поводу секторов сразу начну. У нас, получается, первый тур будет дальние сектора, то есть ближе как бы к Степу. Там от этого берега начинается зона А, она помечена вешками с красными флажками. Потом будет зона Б в серединке, она помечена синими флажками, вешками. И зона В, получается, она помечена желтым цветом. У нас, получается, судьи. Сергей будет в зоне Б. Роман будет в зоне А, и Дмитрий у нас будет в зоне Б. Это как бы у нас судьи сектора. Вот. Сейчас, когда, в общем, начнем туда к зону проходить, на углу все как бы у своей зоны все собираются, там показывают ящики, ну и дальше судьи как бы вас ориентируют. По правилам как бы долго не буду, все знают, ну как бы так, еще на всякий случай, по поводу двух флажков, да, для чего они нужны. Как бы один флажок, так скажем, занимает ближе, другой спортсмен к флажку, ну, к лунке, занятый этим флажком, не может приблизиться ближе, чем 5 метров. Есть какие-то спорные моменты, у судей есть веревки, обращайтесь, меряйте, переходите, перебуривайте, такие как бы, ну, я думаю, что не должно быть, рыбы на всех должно хватить. Вот. Да, кстати, есть такое предложение, у нас в положении написано, что тур 3 часа, но как бы много приезжих команд, я все-таки предлагаю снизить на 2,5 часа, побыстрее отстреляемся, как бы, думаю, за 2,5 часа, как бы, я надеюсь, что все наловится. Еще побывает. Вот, значит, тогда по 2,5 часа делаем, судьи объявят вход в зону, старт, 5 минут до финиша, финиш все объявят. Да, конечно. Вот еще важный момент по поводу, значит, окончания. Сигнал финиш, прекращаем все ловлю, сматываем снасти, передвигаться по зоне, кому-то подходить, что-то там как бы рассказывать нельзя до того момента, пока судья у вас не заберет вашу рыбу. Судья забирает рыбу, вы уже можете выходить из сектора. Там по поводу курения в зоне курить нельзя, чай пить. Чай можно, яички там, сальцо, все. Но алкоголь тоже, конечно, запрещен. Вот, если как бы... Табак нельзя курить. Если ну, какая-то надобность покинуть сектор, с разрешения судьи выходим из сектора, и с разрешения судьи входим в сектор, естественно, в это время снасть как бы оставляем. По поводу снастей в лунке не оставляем. Ну, как бы все должны знать, что ловим только на одну мормышку, без всяких бисеров, с одним крючком. Все, как бы там на две удочки, там на две мормышки, там с хитрыми нельзя. По правилам вроде все объяснил, да, коротко, наверное, не будем задерживать. Что еще добавить? Прикормка. Ну, по поводу прикормки получается всего 2 литра, 1 литр сухой, 1 живой, вместе с насадочным. Я литр, я полусладкий. Да, вот. Ну, как ложка. Что ложка? Плюс ложка. Плюс ложка, да. Ложка к обеду хорошо, да. У нас получается. Что, по зоне-то нельзя, наверное? По зоне нельзя, и по зоне, наверное, нельзя. Зинаида, вот я здесь, не переживай, езжу я на соревнования. Так, друзья, через несколько минут был старт, сначала вход в зону. Так, я со стороны маленько оставлю камеру за бортом. Старт покажу, а дальше, извините, снимать и ловить не получается, тем более на телефон. Бой готов? 20 команд, 60 человек с разных регионов.
Так, первый тур прошел. Наша команда должна выступить неплохо. Я не знаю, какие мы там. Я в зоне точно не первый. Возможно, второй. Я потому что видел, что один человек достал просто дофига рыбы. Остальные все ровно. Но я как бы по себе могу сказать, что неплохо довольно-таки. Гриша тоже где-то в лидерах. Антоха, ну, ничего не говорит конкретно, но около дела. Очень плотный веса, и там непонятно, там 2800, 3 килограмма в пакете. Так вот. Нетрудно определить, сколько, кто лидер. Если явно нету такого пакета, который достали там просто дофига. Ну, у меня в ящик под конец не влезало. Я ложил уже в сумку боковую. То есть я ящик полностью забил рыбой. Там, да, и окуни были крупнее в том году. Крупнее. Я, слушай, подели на 250 рыб, говорили, даже на 260, 4900. И посмотри, в эти размеры. Что, Азона, слышишь? Азона. А, да. Ну, может, да, чуть много? Крупнее было. Ну, и здесь он тоже равный везде. Быть. Да, как-то бегал туда-сюда много. За 4 у меня. 4? 4 это есть. Что стоит? Да. Вот он выиграл дома. Да нет, это было через полтора часа. Ты сейчас не говоришь. У меня же все сумки. Никогда. Рыбу потерял. Я тоже потерял. Вот. На самая плохая зона покажу, что тут все за 3 килограмма веса. Два пифа. На самая глупая. Василенко. Вася с лентой. Трешка у нас это в тройке. Четверка. Вот. Давай, Владимир. Я так думаю, у тебя вверх. У меня за трешку. У тебя вверх. Следующий вверх я не знаю. А Валера нормально? 2500 у меня. 4 не было. 2800. Со мной еще паренек. Я на одну сторону тогда побежал. Одну. Короче, рыба там кончилась. Да. Короче, я затупил. Да. Я сел на верха. 3900. 3900, что ли? Их геле-геле, молодец. Я лунку оставил, потом Владимир. Вспомнил. А Валь тебя подвинул, нет? Не знаю. Покормил, убежал, блядь, потом пришел. Калугин! А это ты, что ли, Валь, пошел с тебя? Она что-то уже повеличилась. 3900. У него вот сейчас смотрим, его не вес. Там 400 было, да? Какой? А еще там 3 минимум, да? 3-4-5. Я думал, больше пятака у меня. Валя, Валя! Это за 2,5. Сколько там мне хватит? Так, как ни странно, я был прав с таким трудным. Видел-то мало чего, но я второй зоне. 4,5, первый вес у меня 450, а дальше все 3900 и ниже. Друзья, сокомандникам проигрываю. У них по одному очку, то есть они свою зону выиграли, а у меня второе место. У нас 4 балла на этот момент, и мы впереди на лихом коне. Сейчас вообще нельзя никак руки опускать, сейчас надо биться, потому что возможность зажимать будут, мешать. И как бы психологически надо пережить это. Не опускаться каждому ниже 7 места. И будем в медалях. Ну, первое место вот, я думаю. Падать нельзя. Потому что поджимают, и скорее всего даже наши будут там вторыми. Опять вторая команда, вятка. У них тоже хорошо по очкам. А дальше еще сказать не могу, надо смотреть таблицу и так вот. У нас 4 очка, это просто офигительно для начала, да? Натурпродукт. Yeah.
поймать, пошли сюда мной. Придем, придем, ты побольше покури тоже. Одну буду курить, вторую можно. Обязательно придем. Закончилась его карьера. Я больше всего угорал, когда мы с Мэйвезером драйв по правилам боксы, и тот реально стал при нем есть шанс. Там Мэйвезер, блядь, что сказать, он процентов 5 остается возможности, да? Плохо стоял впереди, не все, блядь, так закрутил. Блядь, если посмотри, поезд Пакьял, как я там бегал, блядь, ему, да? А здесь вот он тупо стоял. Старт! Так, друзья, на уровне кило, плюс-минус. Калима поменьше. Нету, да? А пока, мне кажется, на руку на мою усальку самое большое. Сколько там? Не знаю. Нет, вот из этого уже нормально. Так, друзья, зона была сложнее. В общем, зачете я думаю, буду где-то в районе 10 места. У нас Антоха выиграл это 100%, я уверен. Потому что он сыграл, должен быть 1-1. Это вряд ли кто-то повторил. Гриша может быть в личке близко. Ну, сейчас вешание пройдет, гадать не будем. И командой, скорее всего, ну, скорее всего, медали. Ну что ж. Итоги подведены, идут подсчеты. Пока ничего не скажу, потому что ничего не уверен. Ну хорошо, я должен быть в десятке. Лично в зачете. Скорее всего, буду в десятке. Антоха выиграл. Я думаю так. Гриша, возможно, в медалях, но не факт. Но Гриша, возможно, очень близко. В общем, командой мы вообще отличненько выступили. Настя Киров рулит. Убирай свои руки, все заебись там. Это Васильевич, мне вообще не надо. С пивком по дороге домой. И наоборот, да? Ну, конечно, здесь поинтереснее результаты. Честно скажу, какой-то. Все остальное. Приезжайте к нам еще. Я думаю, что как бы у кого не получилось в этот раз, то в следующий обязательно все получится. Сейчас не затягиваю, как бы начнем с лички, с 11 места. И там продолжим награждение. Да, кстати, у кого есть претензии, я имею в виду по поводу там судейства. Судейство, организации, претензии есть? Нет? Все было великолепно. Так, ну, главный судья Дмитрий сейчас нам как бы расскажет. Добрый вечер, всем спасибо. Вели себя корректно, очень красиво, сильно. Огромное спасибо судейской коллеге за то, что действовало все слаженно, быстро, то есть все провели очень хорошо. Ну и объявлю 11 мест личников, потому что по форс-мажорным обстоятельствам принтера не было, и поэтому полного протокола сегодня не будет. Кому будет интересно, он будет дня через 3-4 на сайте Ulfishing. То есть, если нужны кому-то будут оригиналы документов, все это мы сделаем, по почте все пришлем. То есть протоколы все готовы, просто-напросто нет принтера, и писать за 60 человек протокол, но это полтора часа, будет темно. Ну и поэтому оглашаю. 11 место в личке занялся Соколов Илья Викторович. Вьянов. Сумма баллов 1, сумма баллов, место 11.
Десятое место. Комиссаренко Руслан Игоревич на крючке. Казань. 10-10. На крючке. На игле. Девятое. Ляхов Михаил Игоревич. Динамит Казань. 10-9 у него. Сумес 10. Место девятое. Восьмое место. Тетерин Юрий Андреевич с Настей Киров Ру. Город Кирова. Кости. 9-8 у него. Седьмое место. Алинов Сергей Александрович, Вятка, Киров. Место седьмое. Шестое место. Калугин Валентин Викторович, Тим Фишер, Самара. 8-6. Пятое место. Мясников Артем Александрович, команда Вятка, Киров. Очень хорошо. Лучше сегодня кировчанин. Киру понравился. Да, Киру очень понравился, так понимаю. Я думаю, что они будут гостями здесь постоянно. Киров молодцы. Опять же, четвертое место. Фурлет Григорий Викторович. Настя Киров. Двойной взнос в следующем году. Да. Ну и перейдем к тройке лидеров. Третье место. Дорофеек. Дорофеев Максим Михайлович, команда Шкипер, причем сборная, насколько я помню, да? Сумма вал какая. А какой город? Киров. А нет, это не Киров, не Киров, не Киров, да, Татарстан, да, да, там, там, там просто там все, там очень было слышно. Да, и вот сертификат. Сумма вес у него 6. Сертификат в рыболовный магазин с Настей Васильевичем. Молодец! Второе место. Затаулин Марат Рустемович. Очень меня просили переговорить команду. Всего мест 5. Место второе. Ого, вот это да, молодец. Это надо человек, который мне залог носа. А, 20, да? Ладно, хорошо. Да, и получает целых 2 сертификата, второе место в магазин с Василием. И наконец победитель чемпионата Ульяновской области в личном зачете Вакин Антон Владимирович. Взял 2 единички. Просто красавец. Спасибо, да. Сыграл мощно. Да, и победитель, как бы, наверное, у нас самый ценный главный приз сегодня. Да, главный приз за личный зачет, камера Калипсо. Я думаю, как бы, очень как бы пригодится вообще камера. Да, обязательно. Мужик. Отличный приз. Твой человек. Фотографию делаем. На крючке Казань. Сумма баллов 12-213. Сумма мест 50. Десятое место. Девятое место. Русский характер Ульяновск. Сумма баллов 12-584. Девятое место. Успех. Восьмое место. Сумма баллов 13-040. 53. Ижевск. Команда Ижевск. Сумма баллов 13-096. 52. Шестое место. Команда Лидер. Из Ульяновска 13-221, общая сумма баллов, 50 сумма мест. Пятое место. Тим Фишер, Самара. Сумма баллов 13-106, сумма мест 49. Деревянная медалька. Динамит Казань. Сумма баллов 13-737, сумма мест 46. Третье место. Почетное третье место. Занимает команда Вятка из города Киров. Сумма баллов 14-175, сумма мест 41. Давайте. От нашего спонсора, от компании Рыбный двор, они все получают по лещу. Лещу волжский подарок.
следующий раз таких не щелкает. Надеюсь, лавы выше и угрожает, блядь. Ищи вот это да! Стоим, улыбаемся. Медальки, медальки не закрываем. А что, пиво не будет? Антоха, блин. Артемка. Второе место. Команда из Самары, Тим Фишер. Сумма баллов 14-323, сумма мест 39. Словики! Словики! Самый ролик разруливает. Да, а магазин рыболовного в Кентрограде, который находится, Декарп. Магазин? Куда? И магазин рыбалочка. Некогда мне. Валь, хватай. Самара, улыбнись. Да. Эй! Эй! Ну да. Смотри. Сыпь ее! Давай, да, да, лысому так и надо. А Львегу так и надо. А что? Ну и наконец. Самое главное. Победителями чемпионата Ульяновской области по роллому спорту в дисциплине ловли на мормышку со льда становится команда «Снасти.ру». Город Киров! 15-573 количество баллов. От компании 17 команд. 4 мешка щепы, подарок. Кемпинг. Конкретный олигарх. Тормоза японского бренда «Тайгер» получает каждый участник. Чай всегда горячий будет. Гриша, сюда смотри, Гриша. Гриша, сюда посмотри. Хватит.